Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy S22 Ultra. И сегодня я покажу вам, как на данном устройстве включить вспомогательную сетку в камере. Чтобы это сделать, нам нужно открыть камеру. Далее перейти в настройки камеры, которые находятся в левом верхнем углу. Нажимаем, и здесь нужно пройти немножечко вниз. И у нас здесь есть наша сетка. Включаем ее, выходим из настроек и видим нашу сетку. И на этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.